Всем привет, ребята! С вами Марина, это канал FIFA by Girl, где продолжается карьера за Боруссию Мёнхенгладбах. И вы видите, что Брель Эмбало, написано, оправился после травмы. Я продлил контракты с некоторыми ребятами, которые были недовольны. Посмотрим. И я извиняюсь, я называла Бертран Трауре французом, а он из Буркина-Фасо. Мои извинения глубочайшие. Унион Берлин, Фрайбург, Бавария и все. Три игры, потому что потом в следующем выпуске еще три игры. Унион, по-моему, на самом последнем месте. Нет, смотри, что он даже смог выиграть три раза. Значит, мы сейчас их уничтожим. Поехали. Так, состав на игру вот такой, резервный. Дадим поиграть нашим ребятам, резервистам. Верю в команду, поехали. Смотри, что вратарь потащил. У нас, если что, на лавке резервист. Наш основа сидит. Чтобы усилить. Опа! Первые забили нам, а? Как это так вышло? Доигрались мы там, да? Сами себе создаем проблемы. Ух. Ну... Корпус просто ставит и все. Грядет сенсация? Или же нет? Или же мы сейчас выпустим основы и уничтожим их? Спасибо. Защитник Бенсимбани, по-моему, это был. Так, я что-то не пойму, это с нами играет вообще что за клуб-то? Унион? Или кто? Ой. Ой, Баду, жестко пошел. Да. Ясно. Блин, давай забивать. Пенальти. Конечно. С двух ног. Отлично, 1-1. Майрон Баду. Вратарь не дергался. Надо еще забить. Три. Хорош. Ой, повезло. Вот этот Бенес. Он вообще нулевый. И скорости нет, ничего нет. Чего он там подает надежды, но не знаю. Мне в этом плане нос больше нравится. Так, 1-1 после первого тайма. Надо выигрывать обязательно здесь. Лингард выходит. И вместо Кентвелла Тюрам. Пока что так. Задаем их. Давай, Мёнхенгладбах. Да это что? Это пенальти, судья! Ну чё, Плея, наверное, выйдет. Но Плея пойдет сюда, Баду справа. Ох. Да догоняй! Бери! Ух! Да! 2-1! Майрон Баду!
Плея, бил там, что-то отбивает вратарь защиты и Майрон. Ах, хорош. Как-то интересно он забил. Смотри. Оп. А, там от защитника. Блин, как сориентировался. Правило там сработало футбольно. Не забиваешь ты, забивают тебе. Они не забили, мы им забили. Давай, надо еще забить два. Переключись, да переключись. Господи, что было вообще? Никто не переключался. Ван Дронгелен ни о чем был. Бенсибани! Не. Тихо, тихо, спокойно. Ох, такого двухметрового не все смогут перекинуть. Опа! Третий. Вообще на Нурхаус отдавал, ну нормально. Лингард, по-моему, да? Голевой отдал, отыгрался с Плеа. Пришлось нам усилять. Не смогли наши резервисты. Ну, по крайней мере, я не стал рисковать. Оп, оп, ой, красота. И там врата, если бы выходил, он бы накрывал, наверное. Но он затупил. 3-1. Давай еще один забьем. Ах, нормально, блок поставил Ван Дронгелен. Все, 3-1 победа. Сложноватая, но победа. Волевая. Смотри, у Униона 13 ударов. Нормально это? На пятой строке мы, да? На пятке наступает Франкфурт, Айнтрахт. Ну, если что, может быть, в шестерке будем, но в четверке, конечно, постараемся. Герцога хотят купить. Забирайте. Венло, голландский. Я подумаю. Угу. Я думала, сейчас Бавария, но нет. Ну, еще есть возможность оторваться от преследователей. Задел сделать. Так. Верю, что мы победим. Угу. Мы одержали уверенную победу. Команда великолепно играла. Наверное, все нервы мне вымотал, но великолепно играл. Мы будем биться до конца. Чего вы хотите от меня услышать? Что да? Не, мы будем биться до конца. Льюиса заменим на Бенсибани. Тот выше роста. Мне его рост нравится. Все, поехали. Давай. А, ну ладно. Иногда вообще не свистит. Лия, положишь? Как ты умеешь? Не, не получилось. Ой, тащит. Опа! 1-0, 0-1, Лиля. Маркус Тюрам, не Лиля. Маркус Тюрам. Поджидал там. Опа! В стиле Майрона Буаду. Хорош. Мы с ним помирились. Мы с ним и не ссорились, но у нас было... В общем, тренер признал свою вину, что он ошибался. В том, что этот игрок топорный, тяжелый. Да ёпарасоте, а ну! 1-1, что ж такое-то, а? Ну, и чё?
Вообще развернулась так легко, и там никто никого не держит. Отлично. Да блин, ну чуть-чуть не хватило на гол. Ну, это что? В рамках правил. Судья, ты там вообще собираешься смотреть за игрой или там спишь? Давай Мбало выпустим. Вместо Троуре, а Лингарда сюда. Так, давай, Боруссия. Мбало, ты там после травмы. Это что такое? Красоты, а? 2-1. Вот это новости подъехали сейчас тут нам. Да как так, а? Как он так сделал? Один совершенно, и головой, и все. Ух ты! 2-2! Джесси Лингард прошил ближний угол. Так, давай еще забьем. Давай. Боруссия, надо забить еще. Еще два забить надо. Смотри как. Оп! Отлично. Ну, началось. Ты посмотри, они... Ты посмотри, они вообще не могут отнять мяч у него. Он там троих накрутил своими финтами. Ну давай, последнюю атаку, наверное. Да ты, блин, они там все читают. Давай еще в одну атаку. Да! Третий! Флориан Нойхаус! 2-3! В добавленное время. В добавленное. Везет нам, конечно. Ну, здорово. Но мы... Везет тому, кто везет. Ну, морально-волевых. Так, все в оборону уйдем. Все, победа. 2-3. Мы выигрываем у Фрайбурга. Фух. Делаем задел перед Баварией. Да. В концовках мы творим чудеса. С 2-0 отыгрываемся. Выигрываем. Поздравляем. Мюнхен-Гладбах. Все. Состав готов на игру. Поехали. Это как вышло? Господи, что это? Это Бавария, да? Во всей своей красе. Боже мой, пролетел Гинтер. Я там вообще была в полной уверенности, что Гинтер контролирует игру. Даже уже расслабилась. А тут бац, и Лёва нам. Доброе утро. И вратарь наш. Вроде потащил, а вроде и нет. Да ж как он как вообще на какой-то скорости запредельной рванул.
а потом затормозил чуть-чуть, и все закончилось, не успев начаться. Бавария же может проиграть, теоретически. Она же кому-то вообще, наверное, проигрывала. Сейчас будет навес. Ой! Ой, Крамер! Или кто? Подожди, не Крамер бил. Плея, наверное, бил. Не знаю. В общем... Глянь, глянь, защита бдит. Да, ты так долго думал, что это офсайд? Я уже план там в голове своей реализовывала, а ты мне свистишь. Ой, только не красную. Желтая нормально. Эливейди получает желтую. Да. Ну, надо сравнивать. Нам дает Бавария играть. Воу! Воу! Как они умеют. Нюбель на месте. Угловой. Так, на месте опять Нюбель. Ухо-хо-хо-хо! Мюллер! Что делал? Не могу, я не успеваю. Он бежит вроде, хочет отдать пас, но уже накрыт. Так, давай, Нойхаус, выходи. Нам нужна скорость Буаду. Две замены. Да блин, один, второй пошел. Как этот Тьяго маленький мог перепрыгнуть нашего защитника, а? Ну как? Как рукой подал. Опа. А, ну потому что Бенсебани за ним стоял. Ну, конечно. Ну, все, короче, Бавария это Бавария. Карточка. Зуля. Конечно. Огромный какой. Мы сравняли. Фу, сравняли, господи, мы забили. По-моему, первый гол Закарии. Смотри, оп, 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 оп. Гол. Да, я ж... Первый гол да кому? Баварии. Так, ну что, нам надо кого-то еще? Эмбало. Эмбало пойдет вместо Трауре, а Лингард. Вот так вот. Попробуем. Расплея у нас... Не так заметен был. Плея очень хорош, но мне тут нужна скорость. Не знаю. В общем, решила заменить. Может быть, и не зря. Ну что, может быть, вытащим? Хотя бы ничейку, я прошу. Ну, ты куда? Ты куда такие пасы неточные? Да, блин, ну сразу! Сразу третий! Конечно! Арт нам забивает. Ну почему неточный пас-то пошел? Смотри. Зачем ты туда отдавал? Тюрам! Доброе утро, блин! Столько вариантов отдал назад. Ну, я не знаю. Ну, все. И это, товарищ, первый гол. Все. Ах. 3-1. Могли делать 2-2. По крайней мере, верили в это. И тут же получили. Ох, Нойер тащит. Закария снова бил
Блин, ошибки такие глупые, к сожалению, и все. Ладно. Это Бавария на выезде. Накручивают, конечно, нас. Ой, все, четвертый. Поплыли. Левандовский или кто это был? А, не, это Горецко. Головой уже не первый раз нам сбивает. 4-1. Ну, хотя бы еще один ради приличия. Исправляйся, Маркус, за свои косяки. Не, ну Нойер тут на месте, конечно. Ладно, ладно, не расстраивайся. Ничего страшного. Это Бавария. О, кстати, классная передача. Ну, естественно, его накроют. Какая бы классная ни была передача. Свисти, судья! 4-1. Легко с нами Бавария расправилась. Прям вообще. Очень спокойно. Ладно. Нам в шестерке бы быть. Там, по-моему, зона Лиги Европы. Но в Лиге Чемпионов мы уже не впадаем. Ну, не знаю, еще есть три игры. Кёльн с Берлином по одному откатал. Я горжусь игроками. Да, она классная команда. Соперники лучше играли. Два матча, нет победы для... А, ну в смысле? Это же Бавария, и значит мы им проиграли обе игры. Ну и все, в чем дело? Такие интересные, говорят. Мы на шестой строке. Франкфурт перегнал нас, ну ничего страшного. Так, в следующем выпуске у нас Вольсбург, Падерборн и Герта. Вольсбург, Падерборн и Герта. И все закончится. Ну что ж, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока. Ахва.